Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Обладатели буквы «П» в имени смелые, настойчивые, эмоционально реагирующие на все происходящее люди. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Это умы, стремящиеся к обобщениям, желающие постигнуть действительность в ее целостности. В противном случае стоит ожидать репутации жестокого и равнодушного карьериста. Да и в семейной жизни такие качества могут сильно помешать. Иногда эти люди, наоборот, производят впечатление людей холодных, так как они не всегда умеют проявлять свои чувства. Они всегда стремятся действовать. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. У этих людей отличается целеустремленность и реализм, а также выраженные качества лидера. В любви чаще всего выбирают одного партнера на всю жизнь, но с трудом могут сохранить семью, если им приходится разделять бытовые трудности. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.